что, очередная попытка помолотим где почище, а там будет что будет. Там посмотрим, если опять закипать будет, на первые поеду домолачивать. Сегодня прохладно, можно ничего. В прошлый раз 95 нагревался. Радиатор надо шампалить сотый. Ну, изнутри бачок хотя бы снимать. Верхний или весь его снимать, там как он снимается, не знаю. Вроде и азот уже бы подвял, так и все равно сок дает, зерно перебрызгивает, оно влажновато выходит. Thank you.
прохожу, мне вниз забирал, чтобы. Можно греться меньше будет. Прошлый год только на первой повышенной убирал. Но местами многовато было. Нету.
растение, по-моему, неплохо выросло. Хотя кочки кочками были, вообще жесть. А так ничего, блин, лишнее-то напёр. Я глубоко спахал, да всё перевернул. Так хреня получилась полная. Ну, здесь чистенько поработаем, наверное, пока.
сейчас полностью в линии отвали, за кого ждать-то еще, ё-моё. Завтра, кстати, дождь уже где-то с обеда, так что... Но здесь повыше пошел. Приподнимем шатку. Скашиваются нормально колокольчики. Там вот охота много. Короче, комбайн всеми силами сопротивляется. Рано, говорит, убирать еще. Влага 18-19. Я и думаю, что у него как самовар греется. А то она не качает, наверное, зазоры нарушились. Пол бункера из-за 90, хотя холодина. Ладно, хоть доехали как-то еще. Ремень ослабил. Так что будем ждать, пусть вымораживается. Зелень убирать нечего. И дробится тяжело. Хотя так вроде лежит. Маленькая, тепленькая. Так что пусть снег, дождь, мороз как-нибудь уберем. Так тоже не делаем.